Самое сезонное предложение – это модная, стильная, лимитированная коллекция от бренда Almodi. Куртка с купонным принтом, которая будет не только эффектно выделять нас на фоне окружающей толпы, но еще и согреет нас, подарит нам то самое необходимое тепло и защиту от дождя и от ветра. Создана она по аналогу бестселлера телеканала, который вы просили вернуть и так долго ждали. Ну что ж, прямо сейчас забираем частичку яркого лета в эту хмурую осень с новинкой от любимого бренда Almodi. Поговорим об этой новинке с нашим экспертом, стилистом и имиджмейкером Машенькой Ереминой, которая нам подскажет, как вписать такую яркую куртку в наш повседневный гардероб. Мне очень нравится наша куртка Лима. Здесь потрясающий и дизайнерский, эксклюзивный принт, купонный принт, который делает нашу куртку, конечно, максимально эффектной и притягательной. Любой ваш образ будет более женственным, более элегантным, более утонченным. Куртка согревает нас до минус 5 градусов за счет евросинтепона. Более того, эта куртка не промокает. То есть нам с вами никакой дождик, никакой мокрый снег не страшен. Еще на производстве куртка обработана специальным составом водоотталкивающим, поэтому совершенно спокойно в непогоду можем в такой куртке гулять и чувствовать себя комфортно, потому что она не только не промокает, но еще и не продувается. Ну, конечно, прямой крой – это абсолютно безупречный вариант для любого типа фигуры. Тот вариант, который с легкостью будете носить, и с более плотными изделиями, трикотажными, это могут быть также и худи, и свитшоты. И посмотрите, наша куртка достаточно легкая в плане веса, и вот этот наш синтепон, который согревает до минус 5 градусов, при этом никакого лишнего объема нашей фигуре не добавляет. В моих руках цвет, который будет называться в заказе, терракотовый. Да, но он такой приглушенный, как будто бы между коричневым и немножко ягодным оттенком. Мой выбор уже второй раз, это бордовый цвет, посмотрите на него, какой он элегантный. У нас есть синий вариант, насыщенный, как море. Вот это настоящее море в цветах. Серый цвет, как он интересно выглядит с нашим купонным принтом, да? И черная классика. Ну, казалось бы, столько оттенков, но это еще не все. На наших девочках смотрим бежевый на Олечке. И мы видим с вами самый светлый сейчас оттенок куртки Лима. И на нашей Ксюшеньке мы с вами можем рассмотреть цвет хаки. Ну, это настоящая оливка. Мы продляем лето с помощью зеленого цвета и с помощью яркого цветочного принта. Лимитированная коллекция, которая доступна только на телеканале Shop & Show. Подобные бестселлеры, они всегда в небольшом количестве. И сегодня мы рады вам сообщить, что цена не 7000 рублей, а 2999. Машенька, давай подскажем, как мы здесь выбираем размер, тем более, что вот у нас куртка достаточно свободного кроя. Мы с вами четко забираем размер в размер. Для более приталенного силуэта по фигуре можно взять и на один размер меньше. Я специально сейчас выражила сантиметром, чтобы сделать замер в прямом эфире. Замерять я буду куртку в 56 размере, чтобы вы понимали параметры нашей модели. Давайте сначала измерим длину нашей куртки. Она составляет 76 сантиметров в 56 размере, то есть это та длина, которая нас с вами бережет от непогоды, которая поясницу однозначно будет закрывать. Давайте померим еще и обхват груди, потому что куртка свободного кроя достаточно просторная. 62 сантиметра умножаем на 2, значит, получаем сколько? 124. Да. Да, так, на секундочку. То есть мы понимаем, что такую куртку с легкостью мы с вами наденем и даже на очень плотный толстый шерстяной свитер, чтобы дополнительно себя утеплить. Вот, от 48 до 62 размера у нас представлены сегодня куртки. При оплате банковской картой цена будет 2849 рублей. Вы нам присылаете отзывы. Вот из Томска мы получили Анастасии Михайловны. В прошлом году покупала демисезонную куртку на телеканале. Очень довольна качеством и посадкой. Это не первая куртка, купленная у вас. Коллеги отмечают. Смотрим, как я стильно выгляжу. Всем рекомендую вас. Спасибо за мой стильный гардероб. Буду заказывать еще. Ну, наша куртка Лима – это особое предложение телеканала Shop & Show. Выбирайте для себя. Тем более, ты знаешь, Машенька, вот осенью все как будто бы становятся безликими, да? У нас куда-то яркие краски уходят. Мы все как единая вот такая серенькая невзрачная масса. Ну, почему так происходит? И, кстати, анализируя мой с дочкой осенний гардероб,
гардероб, я тоже пришла к выводу, что выбираем обычно какие-то однотонные изделия, которые, ну, такие, знаешь, как все. Абсолютно. Да. Это вопрос, кстати, к производителям. Почему они так делают? Хочется все-таки вот это настроение солнечное, весеннее, летнее, настроение, когда мы улыбаемся, сохранить и забрать свой осенний, зимний гардероб. И как раз верхняя одежда с подобным купонным принтом в виде вот таких потрясающих нежных цветов нам позволяет это настроение, эти эмоции забрать с собой и в холодный сезон. Здесь купонный принт, который, кстати, достаточно дорог в производстве, поэтому наша куртка, безусловно, выглядит статусно, безусловно, выглядит дорого. И это метод сублимационной печати, цифровая печать, когда краски наносятся на основное полотно при очень высокой температуре, 200 градусов, поэтому за качество и сохранность их переживать не нужно, они выдерживают многократные стирки, не выцветают. Вот, ну и посмотрите, с легкостью мы можем нашу яркую стильную куртку сочетать с джинсами, с водолазками, джемперами, с платьями прекрасно смотрится, между прочим, это, на это способна не каждая куртка, да, с платьем и с юбком, с юбкой выглядит великолепно. Но посмотрите сейчас на нашу Оленьку. Что мы делаем? Ведь это не только не просто сезонное предложение, это предложение на весь холодный период. Вот, кстати, в Европе сейчас так модно. Это модно, на самом деле, уже не первый сезон, а действительно такое прям решение, ноу-хау для того, чтобы дополнительно утеплиться. Мы эту куртку совершенно спокойно с вами будем сочетать с базовым классическим однотонным пальто. Мы с вами уже привыкли носить под пальто просто жилет стеганый. Да. Здесь куртка, мы еще больше с вами утепляемся. У нас ручки в тепле, нам не холодно, нам комфортно, уютно. Выглядим мы при этом роскошно, создаем такой многослойный образ. Но я вот видела, стали некоторые производители делать прямо сразу куртку с пальто. 35 тысяч рублей цена такого предложения. У нас сегодня с вами цена 2999. Но смотри, очень важно, чтобы такая куртка защищала от дождя, потому что, например, конечно, в Москве сегодня моросит. Да, такая куртка нас с вами будет согревать и будет, конечно, защищать от дождя и защищать от мокрого снега. Мы специально провели такой эксперимент, поливали нашу куртку водой. Наша куртка при этом не промокла, а влага не задерживается на поверхности, просто стекает, поэтому нам с вами тепло, сухо, комфортно. Такая куртка безупречна. Легкая, не будет давить на плечи, но при этом теплая, комфортная, с капюшоном, с карманами, с подстраивающимся рукавом. Только сегодня главное предложение дня.